Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу рубрику Форд Фифа, и у нас последний сезон, сезон Тотти. Осталось у нас буквально немного дособирать всех игроков из команды Тотти, ну и дополнять наши ачивки. В прошлом выпуске, если вы его не смотрели, перейдите на канал и посмотрите. Мы получили карточку Тотти у Вирджила Ван Дайка. Нам осталось еще буквально 9 футболистов из Ла Лиги. Мы получим Серхио Рамоса, скорее всего, мы и получим его в сегодняшнем выпуске. Осталось 33 француза, мы получим Н'Голо Канте. Осталось 6 бразильцев, это тоже вполне вероятно, что мы сегодня это сможем сделать. Мы получим Неймара и осталось 8 аргентинцев, что тоже много. И, вероятно, мы получим Лионеля Месси. Ну, а пока что в самом начале мы открываем 5 золотых игроков. Итак, первый игрок. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит наша команда. У нас в старте есть пока что 2 игрока с карточками Тотти. Это Ван Дайк и Канте. Естественно, мы когда получим все карточки, пока что они у нас на замене еще 3 игрока. С ними это Месси, Неймар и Рамос, которые должны выполнять. Но вот Канте здесь подсыгранно подходил. Как только мы получим их, мы, естественно, их будем ставить в состав, даже если будет теряться Химе, мы все равно будем открывать золотых игроков, так как все-таки не получится собрать 100% химию из всех игроков из команды года. Ну а пока что мы переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 10 место, пережил 90 соперников, за это получаю 45 золотых игроков. Ну что ж, друзья, плюсом еще ко всему, мы заняли топ-10, и за это мы получаем еще 20 золотых игроков. Итого у нас сейчас получается 65 золотых игроков. Давно не было таких больших открытий, но вот именно в таких нам и нужно вылавливать игроков, которых нам надо. Во-первых, неплохо было бы поймать какую-нибудь еще карточку, у которой есть карточка Тотти игрока. Вот, ну и выполнять ачивки. Ну что же, начинаем. Первый золотой игрок. Нет. Друзья, и именно Сандер стал 50-м игроком из Ла Лиги, а это нам позволяет взять Серхио Рамоса с карточкой Тотти. Нет. И, друзья, Дуглас Коста стал у нас 30-м игроком, но не 30-м, конечно, уже, потому что мы получали тогда еще раз, нам выпадал Неймар, и у нас сократилось количество бразильцев, поэтому мы теперь имеем право взять карточку Тотти у Неймара. Нет. Последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, теперь вот так вот выглядит наша команда. У нас теперь есть Неймар, Тотти 97, есть 97 Серхио Рамос. Осталось буквально немного, это 4 игрока из Аргентины, и мы получим уже Лионеля Месси. Ну и осталось 26 французов, и мы получим Н'Голо Канте. Ну а пока что мы переходим ко второй игре Fortnite. Итак, занял я 18 место, пережил 82 соперника, за это получаю 41 золотого игрока и также получаю 5 специальных игроков за одно убийство. Ну что ж, друзья, 41 золотой игрок за то, что мы пережили 18 соперников и 5 специальных игроков. Будем надеяться, что там выпадет нам все-таки новый игрок из команды года, потому что мне интереснее все-таки ловить новых. Ну и все-таки выполнять ачивки тоже нужно, поэтому мы переходим к сначала золотым игрокам.
Первый игрок. Нет, 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 и последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь мы переходим к специальным игрокам. Их у нас 5. Первый специальный игрок. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что благодаря вам именно эта рубрика и живет. Хотя это уже и будет последний сезон, так что нужно выложиться в нем на полный максимум, чтобы уже быть готовым к сезону FIFA 20. Ну что же, осталось нам буквально 2 поймать игрока аргентинской нации. Мы получим Лионеля Месси, и 20 французов мы получим Н'Голо Канте. Ну что же, уже мы получили Неймара и Рамоса, так что можно за это уже поставить лайк в этом выпуске. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.